Здравствуйте, меня зовут Анна Пуминова, мне 20 лет, я представляю город Тюмень. Я учусь на третьем курсе Тюменского государственного университета на кафедре государственного и муниципального управления. Я состою в сообществе «Потеряшки», это фонд помощи бездомным животным, поэтому в свободное время я волонтер. Я считаю, что «Мисс Волга» — это достойный конкурс, где собрались самые красивые девушки, волжанки и не только.